Привет всем, с вами Ирокез, и сегодня на основных серверах игры PlayerUnknown's Battlegrounds стартовал уже знакомый нам ивент с десматчем и оружием только из аирдропов с максимальным уровнем экипировки, а именно третьим шлемом и третьим жилетом. Ивент, конечно, неплохой, но я ожидал, что на этой неделе нам покажут новый найденный в файлах игры щит, что было бы крайне интересно. Но давайте я расскажу вам все по порядку после небольшой рекламы. Ставки на спорт! Компания. А по промокоду Ирокез вы получите бонус до 6500 рублей к первому депозиту. Ссылка в описании. Сегодня на основных серверах игры стартанул ивент, который уже был 2 недели назад. Все абсолютно то же самое, те же правила, сквады по 5 человек, оружие только из аирдропа, шлем и жилет 3-го левела, 2 гранаты, такая же цель достижения для победы, поэтому если вы были не в курсе и не знаете, как выглядит этот ивент, то посмотрите мой предыдущий ролик, сейчас где-нибудь вылезет подсказка, ничего с данного времени не изменилось. Единственное, что сейчас из-за того, что перевели меню в последнем патче, теперь все выглядит неплохо на русском языке и даже доступны ру-сервера для игры на данном ивенте. Так что если вы хоть немного забудете правила, теперь они есть прямо в главном меню. Перед каждой каткой вы можете освежить их у себя в памяти и играть не только ради удовольствия, но и с целью достижения победы. Ивент продлится практически 3 полных дня. Он закончится в 5 утра по московскому времени в понедельник, то есть все выходные у вас будет возможность покатать десматч с оружиями из дропов. И это очень хорошо, надеюсь, что не будет как в прошлый раз. Именно этот ивент не смогли разработчики реализовать как нужно и буквально через полдня они его полностью закрыли и удалили из игры, потому что в связи с ивентом были проблемы с подключением к основным серверам и люди просто не могли играть в PUBG. Но раз прошло 2 недели, то я думаю, разработчики смогли подготовиться и надеюсь, что на этих выходных подобных эксцессов не будет. Но вообще, я ожидал совершенно другого ивента, и он связан с тем, что датамайнеры в файлах игры нашли настоящий щит. То, как он выглядит, вы сейчас можете видеть у себя на экране, и как раз таки на нем была метка ивент, значит, его стоит ожидать уже не на этой неделе, а на какой-то из последующих. Щит помечен как оружие ближнего боя, что дает нам немного почвы для размышлений. Во-первых, ну как он будет использоваться, я думаю, понятно. Вы берете его в руку как оружие ближнего боя и прикрываетесь им от стрельбы противников, то есть у вас есть такое переносное укрытие. В соло-режиме, конечно же, бесполезно, потому что вы не сможете, скорее всего, из-за этого щита стрелять, но так как ивенты редко проходят в соло-режиме, в основном это сквады и даже больше, чем 4 человека, то наличие одного или нескольких таких щитов на команду будет очень крутой штукой. Если он вообще непробиваемый, у него нет какого-то лимита прочности и он будет бесконечный, как, например, сковорода, то будет очень круто встать спиной к какой-нибудь стене, поставить 2 человек с такими щитами перед собой, а еще 2 просто будут отстреливать противников, что сделает данный сквад невероятно смертоносным и практически неубиваемым. Но, конечно же, никто не отменял гранаты, коряки с 8x, которые точным выстрелом смогут вырубить любого и так далее. Поэтому считать данный щит лютой имбой, конечно же, не стоит. Но есть еще один важный аспект, который напоминает механику работы сковородки, и если щит будет работать так же, то это невероятно жесткая тема, и я думаю, что разработчики, по идее, не должны так делать. Как вы знаете, сковородку вы не используете как основное оружие и не носите ее в руке, а просто ставите за пазуху, и если противник попадает в модельку сковородки, то вам урон не засчитывается, но сковородка довольно-таки маленькая, а щит будет практически на всю спину, и если у вас будет возможность убрать его как раз-таки за спину без каких-либо ограничений и использовать свое основное оружие, то получается в спину вы абсолютно неуязвимы, вас невозможно продамажить, и вот это выглядит уже очень жестко и очень имбово, потому что самое страшное в PUBG, когда вы без позиции, это то, что вам враг заходит в тыл, вы его не видите, а он вам просто хорошей очередью раздает так, что вы сразу отлетаете в лобби, но сейчас с таким щитом это будет просто невозможно, и по идее человек, который на ивенте раздобыл такой щит, даже если он не командный игрок, даже если он играет в соло и будет возможность убирать щит за спину, будет невероятно силен, очень жесток, и его можно будет убить только в лобовой перестрелке, а здесь уже все зависит от индивидуальных навыков игры. В общем, предмет невероятно интересный, с просто огромным потенциалом, и хочется узнать, как он будет реализован в игре и поскорее на него посмотреть. Но, как выяснилось, мы на этой неделе сделать это не сможем, может быть, к следующим выходным разработчики смогут реализовать ивент с этим щитом. Осталось
осталось только подождать, но пока поиграем на ивенте и вдоволь настреляемся с оружия из дропов. Ну а на сегодня все. Если видео вам понравилось, вы можете поставить лайк и подписаться на канал. Также напишите в комментариях, как ваши впечатления от данного щита, как вы думаете, будет ли он имбалансный и вообще, как разработчики реализуют его в игре. Ну и какие ваши впечатления от ивента, успели ли вы поиграть на нем 2 недели назад, или как раз таки наоборот хотели, но не смогли, и вот вам разработчики дали второй шанс. Также хотел бы вас всех пригласить сегодня на стрим, он будет в 18:00 по московскому времени, как раз таки будем играть с вами, с подписчиками на ивенте, сквады по 5 человек, друг с другом, десматч, это невероятно круто, поэтому приходите все, буду ждать каждого. Ну и до новых встреч, а следующее видео уже совсем скоро.